Тажикстандын чекарачылары Кыргызстандын чекаралары жайгашкан тилкелерди аткылоодо, деп билдирет аты аталбаган жоокердин билдирүүсүндө. Анын кайрылуусун чекара кызматы таратты. Жолдош полковник, бир сантиметр да жерди бербейбиз. Биздин аскерлер аягына чейин турат деген ал. Товарищ полковник, докладываю. Оперативное время 10 часов 10 минут. Докладываю. Несмотря на ранние договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном, пограничники Республики Таджикистан продолжают вести интенсивный огонь по участкам ответственности пограничников Кыргызстана. Также поражают объекты военной и гражданской инфраструктуры и село Кызылбель. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят.